Хоккеисты «Динамо Алтай» вернулись из Новокузнецка, где проводили серию контрольных игр против местной команды «Металлург». В первом поединке наша дружина уступила 2-0, а вот в ответном матче алтайская команда обыграла хозяев 4-2. В составе барнаульцев отличились Даниил Тютчев, Егор Анисимов, Никита Миллер и Илья Каргин. У «Металлурга» дублем отметился Евгений Сорокин. Два матча было для нашей команды очень хороших, очень таких показательных в плане того, что наша команда может играть с любым соперником и показывать хороший, достойный хоккей. В Екатеринбурге завершился финал профессиональных соревнований по легкой атлетике «Королева российского спорта». Для сильнейших легкоатлетов страны это последний старт сезона. Так, алтайский легкоатлет Савелий Савлуков добился победы на дистанции 400 метров, а Сергей Шубенков взял бронзу в забеге с барьерами на 100 метров. Пока что это все результаты, которыми может похвастаться алтайская школа легкой атлетики. А теперь анонсируем интересное спортивное мероприятие. 23 августа нас ожидает футбольный бум. 128-я финала Кубка России. Это самый крупный турнир нашей страны по футболу. «Динамо» Барнаул прошли одну стадию, обыграв местный «Темп». Теперь на очереди «Банда» из Новосибирска. Игра состоится на стадионе «Динамо», начало в 17:00. Дмитрий Дроздов, «День с толком».